красиво. Эту песню. Он больше видео смотрит. Да, смотрит это видео, и он смотивировался. Он посмотрел, услышал эти строки, мы делаем бизнес, вы, да? И, короче, у него возникает желание, блин, а на самом деле, знаешь, что-то поменять. По поводу изменений. Я знаю, ты сможешь все в твоих руках изменить. Ну, тут мысли все-таки. И, возможно, наверное, еще какой-то момент, ну, сейчас, то есть, ну, без отлагательности. На самом деле собрались фактически там первые кадры делать. Я думал, все очень проще будет. Оказывается, здесь целая команда работает, и все очень детально спланировано. Я думал, что я могу спокойно бежать и потом останавливаться в камеру, что-то говорить. Оказывается, нужно еще эмоции выражать, а не просто бежать. И в этом моменте ощущение такое, что ну, реально ты это никогда не делал, и кажется, что это какая-то новая такая. Новая растяжка для тебя, и это круто. Последний съемочный день проекта Михаила Маланичева. Клип будет достойный. Задействовано достаточно много интересной техники и творческих людей. Поэтому все будет супер. Съемка встречи Михаила Маланичева с деловыми партнерами. Благодарим ресторан «Варвары» за то, что нам предоставили эту прекрасную локацию. Спасибо.
фактически для меня получилось так, что съемка вот этого видео, это как такой тренинг. Никита правильно сказал, что я даже начал по чуть-чуть прогрессировать в плане актерского мастерства. Ну, конечно, громко сказано, может быть, в моем отношении. Но, тем не менее, это хорошо прокачивает. Короче, снимайте видео с профессионалами, и вы будете разбираться в каких-то вещах, которых раньше не разбирались. Это очень круто. То есть начинают повторять свои навыки, какие-то вещи, которые ты раньше не делал. Вот сегодня, допустим, Саша по сценарию должен прочитать рэп. Саша, конечно, был в стороне, но рэп я Саша все равно прочитал. Да? В это время мы снимаем клип, как бы это попадет, ну, будут одни из кадров клипа, как вы собираетесь с друзьями, общаетесь и фотографируетесь. Вот. А дальше уже по задачам потихонечку расскажем. То есть там будет общение ваше, также сниматься отдельно. Продолжаем мы наше видео снимать. На самом деле уже вроде бы к финалу подходим. Остаются такие очень важные моменты. Сегодня приехали друзья, вот у нас тут такая движуха. С одной стороны, даже это как часть бизнеса, которым мы занимаемся, а с другой стороны, это то видео, которое тоже как часть бизнеса. И получается уже такой вот микс. На самом деле очень прикольно то, что ребята творческие, тут такая движня, и хочу сказать, что уже охота увидеть конечный результат. У меня в голове уже он представлен, но посмотрим, как это будет. Я думаю, что это будет очень классное видео. И очень классная обстановка сейчас здесь царит. Сейчас только что зафиналили последнюю очень важную сцену, такую локацию. Приехали мои друзья, партнеры. Всем огромное спасибо, ребят, вам. И я хочу сказать, что это была очень классная работа. Мы сейчас только что буквально последние штрихи. Такое у меня небольшое волнение есть, чтобы это все склеилось в хорошую картинку. Как бы в целом вроде нарисовалось все очень хорошо, но понятно, что сейчас очень плотная работа будет. Михаила там и Никиты все это свести, и вас там, всей команды, профессионалов. Но я знаю, что я в руках очень крутых профессионалов, поэтому все очень будет хорошо склеено, все будет очень хорошо. Ну и мы эту работу начали где-то середины июля, сейчас у нас сентябрь, то есть это 1.5-2 месяца, но мы в принципе никуда не спешили, но с другой стороны двигались четко по плану. Так что, ну, какие мои ощущения здесь? Немного подустал, но с другой стороны, есть ощущение хорошей проделанной работы, такой вот хороший. И хочу сказать спасибо огромное за опыт, потому что, как мне уже сказали, я даже пытался пробовать себя в начитке рэпа. Мне сказали: «Эй, чувак, там тебе нужно над этим тренироваться». Я понял, что мне надо тренироваться. Это было в самом начале. То есть у меня были такие предложения от ребят, что: «Слушай, тебе нужно прочитать все самому». Я, ну, как бы, да. Михаил вообще настаивал, что у тебя все получится. На самом деле, я чувствую, что получилось, но нужно было очень много тренироваться, как и в любом деле. И вот сегодня уже финальный день, я понимаю, что уже даже перед камерой ты как-то по-другому себя чувствуешь. И вообще весь процесс создания видео, он вот разложился на детали, эти детали очень важны. Хороший опыт, хочу сказать, ребят. Спасибо большое, и работайте с профессионалами, и вообще создавайте очень качественный контент. Все, пока-пока.